Для неравнодушных к своему делу людей сегодня в Иркутске прошел форум «Наставник». Он объединил тех, кто готов передать опыт и навыки молодому поколению. Посетил эту площадку и полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло. На форуме обсуждали практики наставничества, причем абсолютно в разных сферах – от бизнеса до политики. Такая практика сегодня проводится по всей стране. Недавно в Москве прошел конкурс «Лидеры России». Его победители, а их 103 человека, получили возможность набраться опыта у федеральных чиновников. Также они войдут в кадровый резерв страны, то есть в дальнейшем смогут претендовать на высокие посты в администрации президента без конкурсных процедур. Подобные отборы проходят в регионах. И в Иркутске сейчас набирают активных девушек и парней в молодежную мэрию. Те, кто смогут представить лучшие проекты по развитию города, войдут в кадровый резерв администрации. Не обошла стороной подобная тенденция и другие муниципалитеты. В Братске 159 молодых людей, причем в основном студенты, решили попробовать свои силы в управленчестве. Заявки на участие в конкурсе пришли из Тулуна, Усть-Кута, Усть-Илимска и даже Бангкока, столица Таиланда. Сможет ли иностранный участник попасть в мэрию Братска, станет известно только в конце мая, начале июня. Сейчас же конкурсантов ждет практика в самой администрации. Необходимо до 22 числа, чтобы вы дали ответственных лиц, кто будет заниматься с данными ребятами. Мы сможем откорректировать время именно для того, чтобы все абсолютные участники смогли принять именно в данном этапе конкурса. Это очень важно нам с вами. Чтобы и конкурсанты посмотрели, чем дышит, скажем так, изнутри администрация, да, и чтобы мы тоже могли показать все-таки, где мы участвуем, в каких совещаниях, какая работа здесь проводится.